Отрывок из поэмы в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгения Онегина». «Да, я клянусь, простите ж синий, где дни мои текли глуши, исполнены страстей лени и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение, дремоты сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай. Не дай сты души поэт ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть смертвящим упоение света. Среди бестушных гордецов, среди блистательных глупцов, среди лукавых, малодушных, шальных, баловных детей, среди злодеев и смешных, и скучных, среди тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных, модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди пустых расчетов жесткосердной суеты, расчетов душ и разговоров. В всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья». Александр Сергеевич Пушкин. «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, в томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения, тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь.